он на шее держит вес моего тела. Следующий момент тоже хитрый, позволяющий мне вставить. То есть мы держим локоть здесь, да? Но когда мы вставляем ключицы, вы вообще сопротивляться даже не нажали, а как бы практически в ямочку. Вы даже одной видите, да, и Олег уже реагирует. Вот это нет. Вы вот сюда и нажимать вперед такой гащик. На себя. Движение вправо. То есть приставил, а потом начал съезжать сюда. Ну, движение вниз. Понятно. То же самое, ну, когда очень плотно вас взяли, да, и у вас руки сверху, ну, вот здесь вы вот так вот не можете держать, да, вы начинаете, ну, работать на эти мышцы, да. Да, ну, перчатку снял, так раз нажал. Ну, соответственно. Ну. Ну, сори. Уже там человек стыдно. Вот. Ну, такие как бы немножко грязные, но они позволят вам выжить в какой-то там тяжелый момент. Юрьевич, заходы из захвата ноги в клинч. Кан-кан-куан. Прикрывать. Ну, допустим, заходы. Опять. То есть, ну, да, стандартные. Т забрали твое. Твое Т забирают. И боковой? Я думаю, да. Вот я, блядь, блин, сука, приехал, да? Все, я понял, о чем ты. Ну, кан, я с ногой еще должен. Я же сказал по-русски кан или куанга заходит. Ну, я понял, понял. Там просто вы, ну, когда подхватывают, да, вы сразу. И, соответственно, ну это не клинч, это, ну. Не-не-не, в клинч именно, в клинч надо. Так а только что показал, Сань. Вот только что показал, да. То же самое, только ну, без Т. То есть Т это как бы не клинч. Высота, давление на ноги. Юрьевич, вот как смотри, я был в двух кемпах и показывали по-разному. Один давил в живот, один давил в бедра. При толчке или при живот? Да, вот при перехлесте на голень. Бедра. То есть, как бы да. Ты контролируешь, у тебя живот, смысл, он тебя пнется. То есть, если я держу, ты можешь колени, как он мне нацелился. Сейчас на соревнованиях участил, сейчас очень многие за Т только бьют, забирают, сейчас прыгают, чукнут башку, клинч забирают, забить. Сейчас это очень стало популярным. Да, вот последний год смотрю, блядь, даже такие школы, которые никогда не делали, как бомбят. Причем с прыжка залетают, там, и Хунуманов такая же. Ну это не клинч, это просто защита Ну вход, я сказал вход. Так, ну все тогда. Сейчас. А, ну понятно, да, что когда вы стоите и идет колено, да, помните, да? Толка. Ну, удержание вот этим. Это, соответственно, ты не допускаешь клинч. Угу. Сейчас помню. Все сбивы, ну это тоже уже как защита.